Вот так потихоньку, помаленьку Да. делается. Между делом это Демиса Русоса. Это был наш кумир 70-80-е годы. До сих пор с удовольствием слушаю. Между делом можно и музычку хорошую послушать. Правильно? Почему нет? Она способствует хорошему настроению. Ну, на сегодня, наверное, хорош, потому что уже 11 час. Продолжается Kia Ceed сотоварищи. Вот. Такие вот вещи получаются. Еще вот такие вот. Естественно, это под усилителем. Капотик крашеный, конечно, поэтому тут клеем работать не вариант. Такая зона ремонта получается, вот вмятинка была. Вот. Как видите, тут пришлось постучать. И не потому, что окончание керна грязное, а потому что лак как бы вот такой мягкий, может быть МС. И вот так вот и с другой стороны. Я тут вместе пробовал делать, он практически вот чуть по чуть ли не руками затирается. Ну, номером полироля проходится и как бы все хорошо. Мягковато. Либо его, чтобы разлить шагрень, сделать более мелкую, брали, разбавляли, потому что он несколько, так хоть и глянец есть, есть. Ну, поверьте, глянец немножко так тускловатый. Вот, как бы, по сравнению с заводским, там, где не крашено, немножко тускло, немножко. И всего, что добавляли разбавитель в лак. Я, в общем-то, не сторонник этого делать, потому что все равно, как бы, разбавитель, вот, он способствует тому, что потом лак немножко веет. Но это мое мнение, я его никому не навязываю. Ну, как бы вот так. Вот, капот делается, но делается, опять же, не ша. Пока что надо вот эти такие, или как вот здесь вот. Это вот я вот так ковырял и бросил. Потом буду доделывать, проходить. Опять же скажу, что Kia Rio тут металл своеобразный. Довольно-таки капризный. Вот это вот, опять же, артефакты такие вот. Обращаю внимание людей. Вот это птичий помет. Что с лакокраской. Так, еще раз. Что-то он не хочет наводиться. Так. Так, вот она. Это птичий помет, все эти что творит. Вот, надо возить с собой сюда водичку, пачки, салфеточки разовые. И как только вы увидели, что попал птичий помет на машину, вот, сразу же это забрать. Иначе потом вот машина со временем, особенно если при долгой эксплуатации, на горизонтальных поверхностях, много вот таких вот пятен получается. И уже с ними ничего сделать нельзя. Вот. Если, допустим, вмятинку еще, вот как тут были. Вот тут здесь вмятина была. Вот вмятина была. С ними еще можно повоевать, их убрать. То такие вещи, как, допустим, сколы. Вот. Вот он, скол. Вот уже с ним ничего не сделаешь. Чему-то автофокус моросит. То ли света много. Сейчас попробуем, поменьше я света дал. Вот он, видно, скол. Сейчас я еще поменьше света на минимум поставлю. Вот, вот они, сколы, уже с ними ничего не сделаешь. Ну и естественно,
нежелательно работать, потому что можно выдернуть. Ладно, продолжаем работку. Продолжается работа над шейком. Ой, вернее, прошу прощения, киосит. Вот. Тут у нас были серьезные, здесь залом был у нас, как вы помните. Вот тут, смотри, раньше разворочено все. Ничего, мы это поправим. Тут проволок отходит, его придется посадить по-новому на шовную мастерскую. Ну вот, это место травмировано. Как видите, при должной сноровке и терпении, как говорится, если долго мучиться, все равно получится. Вот. Машинка, конечно, не выставку. Вот, но тем не менее, под аккуратнее надо было. Вот, тут мы видим скол. Капот этот крашеный. Вот, поэтому кое-где мне пришлось вот такие вот вещи не трогать, дабы лак не давал трещин. В принципе, как видно, вот. Работала она нормально, аккуратно. Вот, таких серьезных изъянов нету. Вот, а где там маленькие там блички? Ну, во-первых, капот подцоканный. Ну вот, я показываю. Вот, вот он, блячок. Тут как бы там побито от камней, вот, на фоне всех вот этих вот, вот автофокус не хочет, вот, на фоне всех вот этих вещей, вот эти маленькие недоделочки, они практически будут незаметны, не видны. Вот, машина. Не на выставку, а еще раз повторюсь, можно было что-то где-то доделать, потыкать, но металл тройной в этой части капота, вот, вот здесь жесткость рядом, но пока что я туда не долез. Да, я думаю, и смысла нет. Самое главное, большие изъяны, которые видны были, вот, устранены, капот нормально смотрится. Это вот такие царапки и корки, как мы видим. Вот от них уже никуда не деться. Вот. Что касаемо моей работы, все сделано нормально. Это видно. Вот. Единственное, что еще можно, ну, взять слегка его полить, чтобы он немножко загорелся. И опять же, там вот зона ремонта была, где я вот немножко кривится, конечно. Металл там подрастянутый капитально. Вот. Но, увы, все почилось. Ну, так же, как и вот. Вот зона это была. Вот. Тут и постучалась, и поковырялась крючками, и вот зона ремонта была. Вот, ну вот так, надо смотреть, все аккуратно. Ну вот, хорошее кино, тут сколько не снимай, так сказать, в два раза от этого не станет. Продолжение кино.
Вот, на удивление, как очень хорошо, красиво покрашен капот изнутри, как вы видите. Вот, и шинка такая красивая, и все. Но у этого капота один недостаток. У него паук гуляет как хочет. Вот, поэтому наша задача, особенно вот здесь, так, ремонта, вот здесь, здесь. Вот, у нас тут паучок вообще не алё. Вот под вот эти места, вот, немножко подложить. Паук у нас дышит отдельно пот, а это, вот, не есть хорошо. Вот, посему этот капотик немножко приведем в чувство. Тем более, что вот по сепоры капона стоит. Как бы это будет не видно, я надеюсь. Вот, ну вот она мастика. Как всегда мы пользуемся ей. Очень хорошая штука. Ну что же. Мастичка своя работала. Вот так вот получилось. Кто-то говорит, что некрасиво. Я не спорю. Спорить не собираюсь ни с кем. Но позатыкал я везде, потому что капот как бы разболтанный был немножко, вот, и его надо привести в чувство. И то, что в ней тут внутри будет что-то не так, опять же, я же говорю, вот, тут вот этой части будет стоять попона, которая все закроет, и ничего видно не будет. Никаких поводов для печали я не вижу. Вот, капот восстановлен. Вот, и хозяин как бы его менять или рихтовать, шпаклевать и красить. Но, как вы видите, удалось избежать этого всего. Денечек эта мастичка посохнет. Можно будет ставить на машинку, крепить, ну и вперед. Да, единственное, еще я посоветую, как бы хочет, ну, вот это чуть-чуть вот подусилить. Надо будет СТПшкой или чем-нибудь зажесточить, чтобы в следующий раз, если под град машинка попала, то уже таких повреждений не было. Ну вот и все. С этим кутом. Следующая серия будет у нас задний дуэр. Вот он тут слегка подкуренный. Вот, тут может с десяток вмятин, вот, есть и большие, и маленькие, но большие, они вот так хорошо видны, а в лампе уже мелочевка, она будет видна. Вот. И тут тоже чуть-чуть на вот этой плоскости, тоже чуть присып. Вот, а так, в принципе, дверь хорошая. Здесь краска завод, так что я думаю, проблем не должно возникнуть. Как я и говорил, стоило поставить лампу. Сейчас надо выключить накал, чтобы было видно. Сразу пятен появилось в несколько раз больше. Сейчас надо придвинуть тут. Будем тут особо, да, изгаляться, надо доделать. Тут еще стоечки у нас поподбитые, где видно, но тут работа только клеем. Клей, пробойник, клей, обратный молоточек вот такой. Вариантов других по стойкам у меня нету. Тоже по стоечкам тоже прошелся, вроде бы чисто. Вот по крыше тоже, насколько это возможно, тут машина не на выставку, просто аккуратно. Где-то, конечно, есть развод, вопросов нету. Вот просто у меня как бы такие машинки идеально не получаются. Вот кейки, в частности, это вторая, по-моему, Kia, и это уже сильно металл, сильно потянутый. Ну вот, как бы.
Вот, на крыше здесь, конечно, поскучней, погрустней. Вот, ну что делать? Ну, примерно вот кое-где вот я вижу там в лампе небольшие неровности есть. Я, в принципе, как бы по крыше даже решил сделать человеку большую скощуху. Вот. И как бы квалифицирую это как рихтовую покраску. Потому что 7 мест здесь таких есть, которые я как бы там металл в складочки пошел. Вот. И как бы где-то наколы есть. То есть как бы сказать, ну, на мой взгляд, сделал где-то на троечку. Поэтому и скощуха. Вот. Ну, во всяком случае, по сравнению с тем, что больше стало, разница приличная.